Ну, а прежде чем начнем открывать бесплатки, ребята, я открываю копилку на Киви и буду ждать до тех пор, пока, короче, на копилке не накопится 500 рублей. Все дело простоит элементарно, ребята. То есть я трачу также время свое, когда играюсь, когда хожу и так далее, даю советы. Выхлопа от этого я никакого не получаю. Соответственно, мое семейство говорит, что занимаюсь ерундой. Соответственно, ребята, мне легче, допустим, взять те же самые, получается, начать продавать подарки или еще хлеще, допустим, получается, продолжать делать видеоролики и видеозаставки для других каналов или для других, получается, операторов, чем я буду заниматься тем, что по 4 часа сижу на стриме из-за ничего, ребята. Так что пока 500 рублей не наберется, ребята, стримов не будет. Это заставки к подаркам. Сейчас будем смотреть. Всем привет, с вами Лига Music Wars. От того, что я не буду вести стримы, это не значит, что я не буду делать какие-нибудь обзоры и так далее. Я все делаю, ребята, по своему желанию, то есть здесь, поэтому, скорее всего, будет то же самое, что со многими каналами на Muz Wars. Если не будет, ребята, никакого движения, то есть, ну, соответственно, ноль. Без палочки. Ладно. Спасибо, ребята, вам за подарки. Те, которые дарили. И на стриме, и просто так. В общем, будем открывать. Я рассчитываю больше на Таргон, ребят. Я потратил на него, конечно, солидное количество. Блин, у меня ни одного задания. Ну, ладно. В общем, закрываемся с самого мелкого. В общем, Осириса у меня нету. Вообще. Вот этого вот. Он у меня был. Я его вытащил там плюс один. И, короче, он... совершенно не нужен. Так, дальше меня интересует, так, звезд 760. Ну и будем смотреть. Так, говорят, что дроп полное фуфло. Ну, если честно, я тоже к такому же склоняюсь. Поэтому, так, где моя энтера? Так будет быстрее. Так, а, кстати, да, с них звезды падают. Редко, но падают. Почему, допустим, я люблю те же новогодние подарки? Или люблю подарки на майскую акцию? То, что каждый подарок дает там 10, 12, 15 звезд. То есть не будет такого, что раз, и вот такое фуфло. Потом хоп, и опять фуфло. Ну, типа такого. Так, а куда бы звезды слить? Вот самое смешное, что звезды уйдут полностью на мехи, ребят. Это прям вот 100%. Ну, а Сирис мне вообще никуда не впился. Продолжать я его не буду. И выкачивать не буду. Бесплатки есть, и ладно. Мне не хватает. Хотел еще в клубе потусить за 200. Посмотреть, что будет. Но, к сожалению, нету. Трачу. Еще 115. Пока рекорд 675 у нас звезд. Так, отлично, четвертый Осирис. Осирис четвертый. Так, бои у нас. Что еще? Самое смешное, что сейчас я вытащил, короче, нефть. Все, и нефть больше не нужна тоже. То есть все, у меня получается июль-август. Можно заниматься всем, чем угодно. Но только... О, 115 еще. Но уже 1100 звезд поднял. Жалко, что на эти 1100 звезд... То есть, ну, ничего нельзя взять. Ну, можно сходить вообще попытаться на эти. Кстати, они глупо сделали, что после жести сразу запустили войну машин. У людей расхода нет, его надо было подкопить. А тут, короче, нету. Ну, с бесплаток я чувствую, что я это не вытащу. Сейчас будет тут всякое фуфло сыпаться. Ну иди, моя GT. Давай машинку. Это я так смеюсь, ребята. Ее не будет 100%. Ну хотя,
Может быть, надо мной жалятся как-нибудь, и может быть, машинка будет, но это не факт. Поэтому я говорил еще, блин, четвертый Субарик. Ну, надо мной жалились. Ну все, ребят, четвертый Субарик, но я говорю, что тратиться я не буду на него. Ну что, спасибо, что я могу сказать. С бесплаток, ребят, выпал. Субарик выпал с бесплаток. Ну, еще будет он. Можно будет его выкачивать где-нибудь в машинах. Он будет, может, через несколько этих будет. Ну, отличненько. Ну, в общем, вытащил 2400 звезд. Вот Субарик есть. Давай, хоп. Кстати, говорят, Таргон. Вот Таргон 8. Таргон 8 дает, ребята, сразу ауру. 45% с шансом, иммунитет контроля и так далее. В общем, вообще очень прекрасный шанс. Ну, это за звезды куплены, потому что их же просто пятерка дается. То есть, ребята, я тут еще слил, получается, сколько? 5000, да, по-моему, звезд. Или 6000 звезд. Так, 570. Ну, это как это. Таргон 1. Блин, меня вообще удивило, если честно, ребят, что я Субарик вытащил с 30 подарков. Ну, не буду, я думаю, не буду вкладываться, не хочу. Да, и Таргон 1. Там, чувствуешь, там разница какая в звездах, и здесь какая разница в звездах. О, Таргон 9. 9 Таргончик. Ну, я сдвинусь, я посмотрю, кто у меня рингтончик падает. Жалко. Таргончика, конечно, очень хочется 10-го. 10-й Таргончик. 10-й, еще пятерочек. 2500 звезд еще сверху. Ну. Отлично, все. Фу, с последнего подарка вообще, я вообще не хотел тратиться. 10-й Таргон. Это, ребята, чтобы у него пустое место под камень появилось. Я сейчас выдвину вот так. Вот, покажу. В общем, у него как раз, видите, появилось еще одно гнездо под Аркон. Ну, то есть 20, 17, 10 тысяч. Ну, сейчас уже более-менее адекватно. Так, так, это ничего. Шансом 25-20% здоровья списать. Так, у него на 11 уровне же дается новая же, да? Фича у него, да? А, нет. На 16 благословлении это я куплю. Ну, все нормально тогда. Все, никаких проблем нету. То есть, то, что надо, я вытащу. Ну, что скажем. Хороший, прекрасный рендом. Ну, в общем, Таргона вытащил, получается, 3 раза. С бесплаток, плюс потратил звезды еще сверху. Все, тратить не буду. Его до 10 вкачать, а как я и хотел. Выше я его не вкачаю. Там надо больше подарков. И мне так не везет. Субарик вылетел вообще, я просто в шоке. То есть, ну и соответственно Осирис, который, ну, мне не нужен. Обычно у меня валяется он. Ну все, ребят, отдыхаем. Отдыхаем, время лета. Отдыхаем, время лета. Надеюсь, ребята, и вы съездили уже на море. Кто съездил в горы, кто съездил на речку. Обязательно пишите в комментариях, ребята, где вы отдыхаете и не играете. Ладно, ребят, счастливо, счастливо всем, всем счастливо. Отдыхайте, время лета. Увидимся в сентябре при любом соотношении. Ну или на стриме, если соберем 500. Пока.